Лана. Я поменяю, пожалуй, Юник напишу. Я на... А я оставлю Путин. Я хули... А, ну тогда Путин. Путин. А, Женя, кстати, вопрос. А ты можешь за 8 часов съесть 10 бургеров? Изи вообще. Блять, я думаю, он за час хуйнет. Я хочу... Не, ну не за час, ну за 3-4 часа изи вообще. Жень, мы с тобой тогда делаем видосик. Рейтинг Ламыча. Мы с тобой едем с Яриком в 10 разных бургерных, и ты оцениваешь 10 бургеров. Это будет неправильно, потому что на первых бургерах я утолю свой голод, а на других уже будет чисто... Не, надо голову. Один в день. Если заниматься тестингом хуйни, короче, то один в день. Тогда можно рейтинг нормальный составить. Я сейчас зашел посмотреть список, кто стримит. Смотри, вижу, что стримит Дренис. Сначала читаю название Дуо в Дувас Макатау. А меня вот пробивает холодный пот, и не зря. И чё? Потому что он играет в PUBG. Что, пят? Да, Дуо с Макатау. У них там что, спонсорский стрим без вашего ведома? Какая еще может быть причина играть в PUBG, блядь? Спонсорский стрим, видимо, безумие, блядь. Спонсорский стрим по мертвой игре, блядь. Вибу, блядь, тебя, сука. Блять, сзади меня хуярит. Блять. Сука, меня убили. Анонс турнира пока не было, да. Пока нельзя. Ваш союзник в ГУЛАГе. Если он сможет вернуться в бой. Убил ваших хуйланов. И, блять, серьезно? Это как вообще возможно, блять? У него ракета не промазала, блядь. У него РПГ не вильнуло ни влево, ни вправо. Просто мне в ебучку, блядь. Охуеть, какая классная игра, блядь. Зато, Жень, ты, возможно, единственный человек в мире, который снял... Пиздос, блядь. Просто, блядь, не, РПГ из этой игры удалить нахуй. Я бы, блядь, на военку пошел просто раскромсить. Расхуярить ебасосы долбоебов этих. Окно одно. Один футя в коробке. Коробке. Докнул, да? Живи, поживи, еще раз забыл. Отдай его. Внутри. Нок. Ой, граната. На коробку чел. Задёбили. У нас есть подключил. Я БК. На втором этаже он сидит, а ФК, блядь, с базукой нахуй чекает. Да нету на маркере его больше. Вот он, блядь. Не, ну там. Горы правее. Хуярит. А тут, блядь, чё, тачка едет сюда, есть. Блядь, чё происходит, нахуй? Сервак собрался. РПГ нет, равно умер. И водителя вообще не видно в этой хуйне, блядь. Блядь, крутая игра, крутая. Над нами вражеский ППЛА. Я чел, но клоуна. У них селфик у кого-то. Убил селфиком чел. У меня в доме, вот в этом. Я сюда. А в гараже, сука. Чел, на парашюте готовы пострелять? О. Раз, два, работа. Туда его нахуй. Границы безопасности защищаются. У меня выходит, выходит, выходит. Помогите Боре. Боре вышли. Ёбана залупа у камня. Ваш отряд. А почему они, блядь, друг с другом-то не воюют? Алло, блядь. Вы были...
Ну вы же видите, блядь. Короче, в пизду вот это вот, блядь, сидеть, это такая хуйня. Я беру МП7, бегу наебало. Может, вот и все. Не перестреляли, блядь. Ничего страшного. Они как вышли, я сразу начал стрелять на чела, только, блядь, проблема в том, да что... Да похуй, блядь, хеллоу! Да мы просто хотим выигрывать, а вот так... В этой игре вообще не работает сидеть, блядь. Надо наебало бежать и рвать, нахуй. Мне похуй, я горю, я МП7 беру сейчас и фул скорость, нахуй. Стоять, еще одному сбил армор. Да, стоит. Нокнул. Хорош. Его, да? Ну да, да, наверху. Чуть другой. Я и лезу, мне поебать. Еще есть. Свертика высадил одного. Сломал армор еще челику свертика. А, ебать. Где? Вот на маке? На машину едет. Машина слева. Он вышел. Еще один у меня. Убили. А, мне что-то знаю, ебануло справа. Нокнул, считай, это вас стрелял. Нет, ты за щитом чили потом. Убил. Я поднимаю. Угу. Я кого-то лоха отъебал вообще. Щитом. Убили? Ты куда, блядь? Ты куда, блядь? Сосочка, блядь, девочка, блядь. Не, я нашел свой билд, блядь. Мячел. Смотри. Право, блядь. Просто браво. Право, да. А почему он не умер от своей же сишки, а я умер? Куда ты, блядь, собрался-то, ёбан? Там Кашан едет. Я такой, я нахуй, я урод. Блядь, дали, нахуй, аккуратно. Батя с пепками, конечно, в сторону. У меня дохуя, у меня дохуя. Всех нокнул. За забором у меня, с левой стороны. Я завис. В этой игре нельзя, так, блядь... Деньги мои не пиздить, пожалуйста. Короче. На один турнир. Я, короче, сейчас весь графон в минималке поставил. Если опять сейчас будет вылетать, то я в душе не ебу. А второй файл подкачки поставил на диск с игрой. 10-12 гигабайт. И стало нормально. У меня нет файла подкачки. Зачем, блядь? Он 32 гигабайт, блядь. Это не ебу, надо, не надо, блядь. Но вылетать перестал. Поставить обратно подкачку, блядь, серьезно? Ну это не перегрев, потому что у меня проц 78, видях 70, блядь. А ВРМ, Жень? Да, блядь, если в... Чё ВРМ, блядь? Ей нормально нагреваться до 120, блядь. Это нормально, потому что это ток, нахуй, это энергия, блядь. У меня такая материнка, что не может она, блядь, нагреваться, нахуй. Там либо два состояния. Либо, блядь, сгорело, либо, блядь, работает, нахуй. ВРМ, ВРМ, блядь. Как рэпер, блядь, какой-то. Блин, ощущение, как будто я в папку играю. О, у меня сейчас такой графон, я в ахуе вообще. Я сначала вот этого, водил эту. Сумасшедшего этого, Ярика, блядь. Нихуя. А? Чел в окне. Умер. Готово. Я поднимаю Боря, прикрывайте, пожалуйста. Еще одного нокнула, мне в спину стреляют. Тут, блядь, кого-то. Че? Это я взорваю. Я сюда. Спасибо за бабки, блядь. Все, что ли? Пошли там, драка. Да поставь ты эту хуйню блядскую нахуй. Че? Еще за... Еще. Окей. Ебать, земля кайф вообще. Просто... Просто сплошной цвет, блядь. Красиво. Жень, хуй знает, что у тебя, но это, мне кажется, надо починить. Может, дрова ебануть? Во дворе трава, на травах трава, у братвы трава. Ну, во-первых, Жень, я бы попробовал перезагрузить компьютер, вот, потом ролл. Че, хуел? Блядь, перезагрузить компьютер, ты че, охуел? Куда ты, блядь? Однозначно. Вруси! Нет! Вру, да, вот.
шустрик, блядь. Махнул. Ну начались Том и Джерри опять. Да ебаный твой пирог. Крякнул кого-то? Нет, он... А, да? Понимаю. А куда он делся? Меня чел вот здесь. На вас охотится команда противника. Скройтесь от них, чтобы выжить. В районе операции. Блядь! А как к ним забраться-то, блядь, хлоу? Осталось 10. Еще немного. Они вообще ёбнули. Меня что-то нокнуло, блядь. Тебя отсюда что-то нокнуло. Я не живу, просто долбоеб на рандоме мне в голову стал, блядь. Выходим. Моя РПГ сбила армию. Блядь, двое в доме. На улице у меня. Ты чё? На мне, но не добейте его. Блядь, гори нахуй. Там чел на крыше, а... Ой, блядь. Прикольно. Да, ну типа нельзя выбегать на улицу, если мы зашли в дом, надо фулл дом чистить. Блять, в смысле нельзя выбегать на улицу? У меня чел стреляет, блять, с прохода в двери. Я думаю, что он думает о том, что люди, которые зашли кушать в дом, а потом вышли на улицу и сдохли от одного типа. Бор, ты слишком много придумываешь, слишком дохуя. Если вы, блять, про тактику обсуждаете, говорите, кто у вас выходит добивать чела на 1 хп, а кто стоит сзади, контролит спину. Если играть тактически, то надо начинать с самого начала, что не нужно выходить на улицу, тогда никому не придется выходить. В смысле, блять, посмотри на у меня на стриме, как это было, Боря, ну что ты несешь? Ну что, ты хочешь посмотри сказать, что ты не выходил, блядь, на улицу? Он меня просто перестрелял, все, блядь, что мы обсуждаем? Типа, можно допушить дом до конца. То есть, если бы мы не... Просто смотри, ты что, прикалываешься, блядь, нокает ламыча, чел начинает стрелять по мне из двери, блядь. Посмотри запись, Боря. Посмотри запись. У меня на экране он нокал в коридоре, потому что... Ёбаный в рот, ты чё, троллишь меня? На улице, прям на улице. Тогда я вышел туда, я вышел за ним, да. Но, блядь, он пятился назад от меня, блядь. Он пятеню назад, сука. Убежал на улицу спиной. Блядь. Все, еще момент, нахуй. Блядь, можно бесконечно слушать три вещи. Как счет вода? И вот это вот там, ага, и как деды срутся, блядь. Да ты нам похуй, они воевали. Да мы не просто поебать, нам просто... Мы просто занимаемся пивом, в котором мы нахуй сидим мертвые, блядь. Поебать, нахуй. Кто вы, кто они, нахуй? Кто вы такие вообще? Правильно говорю, блядь. Они кто? Я кто, блядь? Вы хуярики, блядь. Поэтому я начинаю. Бля, почему? Все равно, мужички. Блин, ребята, я начинаю пригорать уже от этой хуйни. Только ее включить по правой стороне. Да, заметьте, у меня вертолет взорвался. Тебя можно так? Нет. Понял? У меня 8 человек, блядь, в одной комнате физис. Да, я ебанул файл подкачки, и игра по резве даже работать стала. Хз, вообще с чем связано. Да, долговечная, блядь, и пиздат, и все такое, но... Пришел, блядь, ебать, еле убил. Смотрим на пули смотрим чат. Блять, ебать, долбоёбы в эту игру играют. Ты офигенно играл, ты блядь, вы видели эту хуйню? Вот тут труп лежит. На мне? Нокнул. Тут ещё чел! Не крыша, что ли? Они пиздят. Не, он встанет, Хорошо. Я в лесу дерусь с кем-то. Блять! Накалил его. Блять, магазины еще. Ну, как говорит Саша, блять, не перестреляли, получается. Стреляли, вы виноваты. Мы вышли в идеальной позиции. У нас, блять, меня долбой послал последнюю секунду из машины. В идеальной скобочке. Посередине всего. У нас была идеальная позиция. Все, по-нормально. На, сука, на, блядь, на. Да ты кто, блядь? Да ты кто, блядь? Вообще такой, блядь, чтобы мне, блядь, что-то говорить.
Блять, М13 на 30 пуль, блять. Да? О, у меня есть челы. Просто сидят, блядь. Просто сидят, блядь. Друг на друга смотрит сколько. Какую-то хуйню делят, блядь. Давай, вместе, вместе играем. Я с тобой. Забей его нахуй. Представление, посмотри, блядь. Хочу тебе обсуждение, тот ты хуйни, блядь. Как, чего, блядь. Союзник возвращается. Что? Сейчас Женю дождемся, что-нибудь возьмет и пойдем. Меня нокнули на крыше. Там мастера игры какие-то не ебаться. Меня тоже на суперсторе, блядь, дал 2 хеда, я просто умер, блядь. Пушит, пушит, ну ничего. О, у него один хп, который меня нокнул. Пило. Та стадия, на которой команда наша находится сейчас, блять, это, блять, та стадия, на которой находится команда Na'Vi по Apex в данный момент. Нет, блять, там конкретная стадия деградации, блять. А мы где-то между Астралопитеком и Кроманьонцем находимся. Ну, может быть, Женя в районе Неандертальца. Я не понял, тебе ебать? Вот именно поэтому. Жизнь — это череда проблем, чел. И нужно, блядь, ловить кайф от resolve these problems, you know? Налево пойдешь, чтобы поезда. Понял. Что? А почему не раскрылась-то, блядь? Блядь, какая конченая игра, ёбаный ваш рот. Женя разбился. Толя поправлял. И что, блядь? Пук. Люди не могли идти за тобой, потому что Женя, я, блядь, с вами стоял рядом, нахуй. Как вы понокались, блядь, тогда? Скажи мне, пожалуйста. Что ты начинаешь мне рассказывать, блядь? Падай на военку, нахуй. Че, Толь, как дела? Вот эти два деда все время так, если че. Я знаю, я уже привык. Чело, там еще слева. Пулемет заберите. Взял. Щенок кладал. На мне чел. Попал на крыше. Они резнулись. На мне. Ебать, там двое. Убил его. Охуеть, неожиданно выпал. Ну хоть беремся. Там у чела двойные ревики, аккуратно. Бля. Враг в окне. Я умер. Сэм. А ты кто, блядь? Ребята, вместе. Я в ангар. Вот тут чел, вот тут чел. Крахнул, упали никуда. Все, всех убил. Там не 4. Под нами ровно. Чела. И десилки. Лезет! Воу! Убил его. Го, конечно. Слева, слева у нас. Вот здесь. Убиваем слева сначала. Нокнул. Ребята, мы сейчас опять расцветимся, блядь. Кому-то нокнут, начнёт. Хорошая. Всё заминировано нахуй. А что эту крышу займем, этого здания? Посмотрим, что еще. Смотрю крышу. Финкер там, аккуратно. Наносить их. Нас вот этой крыши хуярили. У меня враг. Убил. Ранил одного сильно. Второго крякнул, убил.
Там еще внутри есть раненый. Осталось еще один. Убил еще одного. Вы довели дело до конца и победили. О, отлично. Ну наконец-таки, ну наконец-таки. Ищут они там Саша умиротворение. Ай! Смокнул. И ебем, и ебем. Это, кстати, хантер наш, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Да. Какого хантера? Кто кого тут хантит, суки? Чё? Там на фиале приметочки. Опа, нихуя! Какая ты? Лепешечку закидываю, оп! Тактический походу. Ай, да стой ты! Падла шерстяная! Спасибо! Шерстяная падла! Кстати, только ты сделал на 3% Ламыча? Да. Я думал, что поёт. Да. Блядь, сейчас я выйду. Так, а это кто, блядь? Бор. Брики. Брики. 100 000 бриков за лигу. Я, пиздец, похож на швыгу. Сука. Да нам похуй, я давлю. Выходите сразу лучше, иначе мы чего умрём. Я предупреждал вас, блядь. Бля, какой ты игрок? Я рез. Минок на второго. Жень, давай выйдем. Подороги. Там бог манка, блядь. Просто стрелять его с винтовки. Бежит. Близко один. Не бить его, нахуй, с шурмов. Убил. Убил. Ну, выигрывал. Я на меня был, его бил. Меня еще один мем. Грана. Бля. Я снова умер. Резай сам. Бля. А я в зоне здесь. А я здесь в зоне, блять. А, ну давай. Поиграем. А, подожди. Взрывай нахуй. Взрывай нахуй. Коля, взрывай. А, он нас не покорит. Осуждаю эту игру за убийство людей в газу, блять. Только пятеро были. Жень, за тобой гонится, ебёшь его. За стенкой, сука! Посмотри. Ебём с ним. Одного крякнул. И мне спину оттуда. Я прикрываю вас. О, вышел сзади, сзади, он! Этот чел на крыше был, этот, блядь. Прям на мне, блядь. Право от вас. Но он нокнул. На мне. Я вижу. Вижу движение! Дали. Фуспатом. Ай, блядь, справа, чел у меня близко. Ну, кто мне нахуй? Отпусти. Всех? Негатива, разумеется. Еще, убегают. А он пиздил вас между собой. Ног на одного. А в смысле, че он не стреляет? Где наши снайперы американские? Вышел вот. Я в спину и буду. Боря, надо идти, чел. Блядь, тут один хп у последнего остался, мужички. Мне нечего убить, хп нет. Хорош, Жень. Без армора. Тоже же. Молодцы. Ребята, ну Россия это... Россия священная, наша держава. Сейчас приду. Большие города. Пустые поезда. Ой, ебать эти фраги. Ааа!
Не надо, блядь! Коля, уходим, Коля! Ёбаный рот! Коля! Ёбаный рот, Коля! Сафя, вези нас! А можно золотые купола поставить, пожалуйста? Алекс Бурик. Понял. Буреал. Бурики, 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 бурики! Блять, его триггерит это слово максимально. Так, блять, долбоёбы, блять, вот как можно на всю лигу 100 тысяч, блять, одну и ту же карту бегать? Ну, типа, вот, вот вообще конченые, что ли? А, ну, либри. А как ты будешь музыку ставить, если ты пилот? Понял. Охуенно стреляешь, браток. Держи меня, блять, иначе я стрелять бы его просто вот так вот. Подожди, не сейчас не добивай. Да нахуй его, ёбаный рот, блядь. Все, полетели, ёбаный. Помнимся? Саня, Саня, купи мне комплект, блядь. Я тебя молю, нахуй. Я убил одного, нокнул и добил. Другой склад здесь. Ебашки, вот сейчас тебе не лево, лево? Вот так, ебать всех нахуй, ебать. Блядь, кто вышел? Блядь, да я долбоёб. Это самолет, парни. Ой, блядь. Добавил. Понял, позже. А, там... Где? Ваш союзник... Сможет... Ломай нахуй! Взорвал, блядь! Работай домой! Лежать! Лежать, блядь! Руки! Лежать, блядь! О, у меня пиздилка лютая! Лежать, блядь! Антон, блядь! Давай там нахуй! Вижу движение! Ух ты, хуя он вышел! Убил! Дармура! Вы хорошо поработали! Найс! Все вражеские ебать! Путин, блядь! Я бы Владимирский так, Централ послушал. Да вырубай нахуй. Все, вырубай. Что мы любим. Блять, я тебя забаню нахуй сейчас. Че она чел? О! Не, чел, блядь, у меня, наебали. Убил его. Ай, блядь. Блин, короче. А мы пойдем сегодня в кастом какую-то играть еще или нет? Да, наверное, уже нет. Да, Саш, у меня там сердце с минуты на минуту уже, блядь, встанет. Горь, ну это, ну, в смысле? Я встал сегодня раньше тебя, между прочим. Так, на заметочку. Так, как две грядки сегодня кто-нибудь скопал? Отменил. Подожди, ты сегодня, что ли, грядки копал? Ну да. Получается, шашлык тоже сегодня ел? Получается так. Нихуя себе. Батя человека день прошел, блядь. На то, просто, блядь, все долбоёбы сыграли все и все. Красиво разносится всех, спасибо за стрим. Да, реально красиво. Угу. Да, да, не за что. Не за что, конечно. Боря, меня видно. Боря, я знаю. Где чел? А, блядь, тут чел. Тут чел, нахуй. Ебать, у меня аж обоины нахуй заморгали, блять. В игре, бля, они реально моргать у меня стали. Пиздец. У меня вся игра поломалась нахуй за ваши, блять, FBI опять. Я, кстати, блять, уже просто жалко. Я заебался. Орать постоянно, но так хотелось, да. Поменим. У меня супер низкий графон, еще и, блядь, статрик начало. Два чела на меня. Да, а, тебе нужно? А, меня подняли. У меня людей. Ай, чё, блядь? Ты чё, охуел? Вот статрик получается. Ой, тут! Да, да, поди мне сюда. А, как у нас под фаянку? Анатолий! Ну он блядь, радостный какой, ебать! Что-то вижу.
как у чела в чате Ламыча, ник написан, точнее слово Twitch написано, я рирую, бля. Это пиздец, сука. Что-то тоже только сейчас заметил. Twitch. Вот. Бля, кстати, за подожди, что? там же 5 символов метки клана, блядь. Я знаю, что это ебанул. Блядь, гениально. Моль, давай крышу займем и нашим парням поможем. Щитовники. Погнали, блядь. О, ебать! Бля, а вообще хорошо, что я тебя подождал. Понял. Нахуй, ребята. Ебать, тут профессионалы, на. Ой, Толя, Ты что двое? О, май гад. Кемпит за зоной, блядь. Не, это пиздец. Ливай. Амбурик, за рулем снял морду. Пошли дальше, пойдем, чтобы палатку. Там чел выходит. Престижный РСП. Ребята. Бля, он нас всегда уже перебегаем. Погнал армору. Ребята, у вас сейчас такая зона, и вы ее не обгоните, блядь. Почему это? У меня группа. А мне? Дал нос. Правильно. Бля, Женя, вот. А, Боря, зеленый. Боря, иди так сюда тебя. Боря, вот так сюда. Понял. Не, я сдох, блядь. Профессионалы прифарят, блядь, двери. Что он делает, долбоёб? Начал. Что, блядь? Ещё один. Женя за флешем. Да, давайте завтра собираться на подписи будем понятно. И поиграем. Будь в режиме. Сдаётесь, блядь. Ты это, приходи пораньше, блядь, чтоб в 11 утра. Да, пораньше, хуяньше, блядь. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.